спонсор программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. В ЗИИ на перекрестке улицы Ленина и переулка Шевченко водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не уступил дорогу автомобилю Renault Logan. В результате ДТП помощь медиков понадобилась водителю и женщине-пассажиру с автомобиля Renault Logan. А в Архаринском районе на 1779 километре автодороги Амур водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Урал». В результате ДТП ранения получили пассажиры с автомобиля «КамАЗ». А в Благовещенском районе, в поселке Мясокомбинат, водитель, управляя автомобилем Toyota Master Surf, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на двух пешеходов 2000 и 2002 года рождения, которые двигались по краю проезжей части. В результате ДТП пешеходы доставлены в лечебное учреждение. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В Благовещенске горел трехквартирный жилой дом на улице Горького. Пламя тушили 12 пожарных, удалось спасти две квартиры. Процесс тушения очевидцы сняли на видео. Дом горел снаружи. В течение 6 минут пожар локализовали. Еще через 6 минут ликвидировали открытое горение. В результате огнем повреждена северная наружная сторона по всей площади и кровля на площади 70 квадратных метров нежилой квартиры, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС. Две соседних квартиры от распространения огня удалось спасти. Причина и виновник устанавливаются. В одном из благовещенских торговых центров посетитель пытался совершить кражу, однако попытка завладеть товаром оказалась неудачной. Сотрудники спортивного отдела выложили видеозапись в сеть. Хронологию событий описали в комментариях. Первый противокражный магнит снять не удалось. Обломился кусочек, который он кидает в сложенные футболки. Затем он отрывает магнит от компрессионной футболки, прячет магнит в рюкзак, висящий рядом. Начал складывать футболку вместе с вешалкой. Дальнейшие намерения мужчины прервал консультант отдела, который подошел к герою видео и просто поздоровался с ним. Тогда покупатель расправил футболку и повесил ее обратно на витрину. В комментариях к видео представители спортивного отдела отметили, попытки краж случаются постоянно. Нечистые на руку покупатели нередко пытаются вынести неоплаченный товар в сумках, которые обмотаны фольгой, в надежде заглушить действие противокражных магнитов. И о ситуации на дорогах. ДТП с участием двух автомобилей, в котором люди не пострадали, произошло на улице Октябрьская. Девушка, выезжая с АЗС, не пропустила автомобиль, двигающийся по автодороге. Автоледи на Toyota Corolla Axio, выезжая с АЗС на Октябрьскую, не предоставила преимущество автомобилю Mitsubishi Challenger, который двигался от Мухина в сторону Калинина. Произошло жесткое столкновение, отчего автомобиль развернуло на проезжей части. Интересное и местами неожиданное ДТП произошло на улице Магистральной. Nissan Note стоял на запрещающий сигнал светофора по улице Магистральной перед улицей 50-летия Октября. Ему в заднюю часть на большой скорости въехал микроавтобус и быстро уехал в сторону Театрального кольца. Очевидец на автомобиле Toyota Mark II поехал за ним, догнал его, подрезал и остановил. Водитель микроавтобуса очень быстро выскочил из него и скрылся в неизвестном направлении. Каково же было удивление очевидцев, когда они обнаружили в автомобиле нарушителя двоих детей. Что касается автомобиля Nissan Note, то, скорее всего, он не подлежит восстановлению. На пересечении улиц Воронкова и Новотроицкое шоссе маршрутный автобус догнал «Маджесту». Оба транспортных средства двигались по улице Кольцевой в направлении Новотроицкого шоссе. Водитель «Маджесты» притормозил на запрещающий сигнал светофора, чего не успел сделать водитель автобуса. Произошло столкновение. Люди не пострадали. Повреждения авто средней степени. Очень часто, передвигаясь по дворовой территории, водители забывают элементарное правило правой руки. Подобный случай произошел во дворе по адресу Игнатьевское шоссе, 9. Водитель автомобиля Toyota Probox, двигаясь по территории двора, не предоставил преимущества движущемуся справа автомобилю Nissan Juke. Произошло столкновение с незначительными повреждениями авто. Район пересечения улиц Текстильная и Шумановского – место очередного ДТП. Автомобиль Toyota Carina была припаркована вдоль забора, водитель которой приехал набрать воды. Маневрируя, водитель автомобиля Nissan Diesel, сдавая задним ходом, не заметил припаркованную Карину и совершил наезд. Люди не пострадали, а вот повреждение авто значительное. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя.
Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить Дом денег поможет. Хорошие деньги для хороших людей. Дом денег. Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57 48.